День рождения 7 сентября. Какой знак зодиака, характер детей, взрослых, имена? Подпишись на рассылку гороскопа еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденные 7 сентября. Значение дня рождения. Аналитическим складом ума и абсолютным прагматизмом наделяют звездные покровители всех, кто является миру в данный период. Они не приемлют неточности, никогда не надеются на авось, четко продумывают каждое свое действие. Вам свойственно трезво смотреть на вещи и объективно оценивать свои возможности. Если вы рождены были 7 сентября, знак зодиака у вас Дева, позволяющий вам грамотно планировать свою деятельность, не витая в облаках, ставит для себя задачи, выполнение которых не вызывает сомнения. Это помогает вам действовать эффективно, избегать ошибок и достигать высокого социального статуса, что в свою очередь будет вдохновлять на еще большие свершения и помогает генерировать позитивные отношения к миру. Наблюдая такую состоятельность и успешность, сложно не поверить, что знак зодиака людей, рожденных 7 сентября, сам преподносит им все блага на тарелочке с голубой каемкой. Они беспристрастно относятся к своему успеху, могут в один миг все забросить, чтобы начать все сызнова и очень скоро добиться желаемого. Однако, узнав вкус победы и успеха, они будут стремиться к нему всегда. Самореализация и достижения высокого уровня во всем станут у дев, которые родились 7 сентября, основным лейтмотивом в жизни. При этом им придется столкнуться с немалым количеством препятствий, но на пути к заветным целям они просто не будут их замечать. По-вашему, влияние знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно, 7 сентября, влияние знака Девы никогда не стоит переходить дорогу тем, кто пришел в наш мир 7 сентября, знак зодиака делает их обидчивыми и злопамятными, коварными в реализации своей мести. Они сделают все возможное, чтобы наказать своего обидчика, даже не допуская мысли о милосердии или прощении. Однако, если к ним относиться по-хорошему и преследовать общие с ними цели, то они станут вашими самыми верными и надежными друзьями и соратниками. С годами рожденные 7 сентября становятся мудрее и терпимее, однако они до самого конца останутся единоличными лидерами, привыкшими все держать под личным контролем. Им важно, чтобы усилия, которые они прилагали на протяжении всего жизненного пути, были оправданы. Важно, чтобы изначально они определились с приоритетами и своим истинным предназначением, так как осознание бесплодности своих действий в старости обернется для них глубочайшим разочарованием и потрясением. Несмотря на то, что они много времени уделяют работе, они находят силы, чтобы окружать заботой своих домочадцев и принимать самое активное участие в жизни семьи. 7 сентября родилась актриса Любовь Тихомирова. Эта актриса театра и кино обрела настоящую известность отнюдь не на сцене и экране кинотеатров. Любовь Тихомирова стала известной персоной благодаря телевизионной передаче «Армейский магазин», которая была крайне популярна на телевидении в 90-е годы, однако Тихомирова стала ее ведущей уже после 2000 года. После в карьере актрисы наступил период сериалов, где она также достигла положительных результатов. Работала она преимущественно в проектах канала СТС. На сегодняшний день Любовь можно встретить на экране телевизора, так и на сцене театра. Оба эти направления у актрисы можно назвать успешными. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?